А чем понравился? Да всем просто. И актеры великолепно играли. Все прекрасно. Понравились. А чем понравился? Ну, добрый такой, как бы сказать, так вот. Особенно вот ребенку поучительно, мне кажется, то есть, что как бы в жизни есть другие ценности какие-то, вот, не как сейчас. Вот. Так что. Спасибо. Позитивно. Очень положительно. Очень понравилось. Да. А чем понравился? Ну, хороший, добрый спектакль. Да. Ну, после фильма он тоже хороший, добрый, шумный день. Спектакль отличный. Вот такие спектакли надо почаще, потому что все-таки у нас сейчас в театре не все так хорошо. Много и пошлости, и вот эта современность. Мне здесь очень хорошо. И артисты играли, и все прекрасно. Хороший спектакль. Так что очень хорошо. Мы получили удовольствие. Да вообще шефы. А чем понравился? Ну, вспомнили свою молодость. Был такой фильм, вспомнили. Во-вторых, молодежь направлена на истинные человеческие качества. И истинные такие ценности, семейные традиции. В общем, понравилось мне очень. Играли актеры. Самое главное, что молодежь. И молодежь, которая пришла, я думаю, она помнится. Спасибо. Спасибо вам большое. Чем понравился? Чем? Всем. И постановка, и артисты великолепные. Впечатление очень теплый спектакль. Ну, вот, так что спасибо огромное постановщику, режиссеру и артисту. Спасибо. Спасибо. Жительность. Хорошая, да, очень. Живая, трогательная. Ну вот сейчас, если говорить о ностальгии, то очень ребята отразили все, как бы, и хорошее, и плохое. Под конец плакали все. И то, что хочешь, не хочешь, а девушки уводят. Все как в жизни. Ну хорошо. А у вас, ну понятно. Хорошее впечатление, стоит сказать. Спасибо.